Детство, наверное, было очень счастливым. И все мое дальнейшее формирование как человека уходит как раз туда и врастает корнями в мое детство. Очень счастливое, очень насыщенное, очень интересное, яркое. Родители мои оба происходят из очень известных таких традиционных еврейских семей Украины. Помню, как на меня действовала музыка. То есть мама меня всегда пыталась воспитывать на классической музыке. Это для меня были просто дни праздников. Когда мама приходила с такой увесистой коробкой в 20-30 пластинок патефонных с информацией классической музыки и советской джазовой музыки. Папа же рассказывал, что в свое время половина зарплаты у него уходила на приобретение вот этих уникальных записей на патефонных пластинках. Он очень гордился, что у него могло быть, предположим, на фирме CBS «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина в исполнении самого автора. Родился я в совершенно удивительном доме. В нашем дворе проживали буквально всевозможные представители национальностей, о которых можно было бы сегодняшним днем только мечтать. В нашем дворе жили греки, ассирийцы, малакане, евреи, немцы, армяне, курды, езиды, украинцы, поляки. Это вот действительно достойное знамя нашей Армении, потому что каждый из народов, проживавших в этом дворе, является собой совершенно индивидуальную нить своего окраса, вплетенную в общее понятие флаг республики. Это сегодня мы начинаем учить друг друга быть толерантными, терпимыми и взаимоуважать друг друга, взаимоуважать культуры, тогда, когда это была сама жизнь, какова она есть на самом деле.